Станица Григорьевская, состоялась встреча главы района с активом граждан. Глава поселения Сергей Ливенцев выступил с отчетом о проделанной работе. Большое значение уделяется пожарной безопасности поселения, учитывая опыт ликвидации лесных возгораний в ноябре 2019 года. Также в поселении заменены лампы уличного освещения. Установлено новое игровое оборудование на детской площадке станицы Ставропольской. Значительные средства затрачены на улучшение дорог поселения. Уделено внимание дорожному хозяйству, на которое в этом году израсходовано 1 100 000 рублей. Проведены работы по закупке и вывозу щебня. Проведена отсыпка дорог по улицам Шевченко, Красноармейская, Орджоникидзе, Пушкина, 50 лет октября, в станице Ставропольской. И переулку Среднему, улицам Пушкина, 50 лет октября, в станице Григорьевской. Закончена отсыпка щебнем улиц Северной, где предоставлены земельные участки для многодетных семей. Жителей волнует качество водоснабжения. Давление воды низкое, вследствие того, что отдельные участки водопровода нуждаются в ремонте. В перспективе предстоит ремонт и реконструкция Дома культуры. Сейчас эти работы находятся на этапе рассмотрения проектно-сметной документации. В ходе встречи Адам Джарим отметил, что все вопросы невозможно решить в один момент. В этом году, да, есть проблемы. Для того мы и собрались, чтобы вы услышали, что будет сделано в следующем году. А мы хотим сразу и здесь отремонтировать. В Ставропольке клуб построить, ФАП построить, дорогу сделать, тротуар сделать сразу же в один год. Ну не получается так, не получается. Значит, молодец глава у вас, поверьте мне, вот из 12 глав есть пятерка, которая вот в лидерах, он в этой пятерке. На встрече обсудили проблемы здравоохранения, рассмотрели дизайн-проект по благоустройству территории сквера в станице Григорьевской. Также в рамках диалога с активом поселения поднимался ряд проблем, которые необходимо решить в ближайшей перспективе.